Сегодня в Стрецком парке отмечается не только первый день лета, но и Международный день защиты детей. Для ребят здесь устроили настоящий праздник, ведь впереди у них еще 3 месяца каникул. Солнечный полдень. Большой праздник, День защиты детей. И традиционно в нашем городе 1 июня открываются смены городских лагерей. И традиционно мы организуем праздничную программу. Вот в этом году мы организовали в парке. Это эстрадно-цирковая программа. Я думаю, что детям очень нравится, потому что цирк вообще, так сказать, он сам по себе очень привлекателен. Ну и, конечно, хорошо, что хорошая погода, у всех хорошее настроение. Мы в лагере Дома детского творчества, а сам концерт очень интересный, мне нравится. Танцы и вот номер с зонтиками, с мячом. Он очень интересный, занимательный. Нам все очень понравилось, были... Многие рассказывают, что запомнился клоун, а вот разве клоун вообще может защитить ребенка? Да. Клоун может защитить. А чем он будет защищать ребенка? Он может тарелки в лицо кусать. Сегодня, да, День защиты детей. Да. Вот, а расскажите, от чего надо защищать детей вообще в первую очередь? От чего или от кого вообще? Ну, во-первых, наверное, от маньяков, которые... Сейчас их очень много, и, наверное, надо знать правила дорожного движения. Это очень важно, потому что машины быстро затормозить не могут, и сейчас лето, бегать хочется, а вот на дорогу нельзя выбегать. Тебя расскажи, кто защищает от бандитов?